Мы накануне нового 2015 года. В истории нашего государства этот год занимает очень важное место. Много очень исторических событий. Одно из самых значимых событий – это победа в Великой Отечественной войне. 70-летие победы. Поэтому наш президент Нурсултан Абишевич Назарбаев шлет всем ветеранам нашей страны, а их 5115, свои новогодние поздравления. Поэтому позвольте мне сейчас зачитать его телеграмму. Құрметті Ұлы Отан соғысының ардагері, сізді Ұлы Отан соғысының жеңіспен аяқталғанына 70 жыл толатын жаңа 2015 жылмен шын жүректен құттықтаймын. Сіздің замандастарыңыздың соғыстағы ерліктері мен бейбіт жылдардағы еңбектері, сондай-ақ ел тәуелсіздігін нығайтуға қосқан үлесі шын мәнінде елге мұра, ұрпаққа өнеге. Қазақстандықтар мұны әрдайым қастерлейді, сіздерге шынайы ізет құрмет пен жан-жақты қамқорлық көрсетуден аянбайды. Алдағы ұлы жеңіс мерейтойын есендікте көруді жазсын. Сізге зор денсаулық пен қажымас, қажыр, қайрат, ұзақ та бақытты ғұмыр, әлеуетіңізге амандық пен игілікті тілеймін. Нурсултан Назарбаев, Казахстан Республикасының президенті. Телеграмму я на казахском зачитал, теперь зачитаю на русском языке. Он адресует каждому ветерану войны, которых у нас 5115 в нашей стране, а в нашем городе 900 ветеранов войны. Вот каждому персонально шлет свою телеграмму. Вы сейчас его получите, а я сейчас просто зачитаю. Уважаемый ветеран Великой Отечественной войны, сердечно поздравляю вас с новым 2015 годом, который пройдет по знакам 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Представители вашего поколения своими ратными и трудовыми подвигами, годы войны и послевоенного возрождения, а также весомым вкладом в упрочение нашей независимости снискали всенародное уважение и стали примером для потомков. Казахстанцы всегда помнят об этом, оказывая ветеранам почет и окружая их заботой. Искренне надеюсь, что в дни предстоящего празднования юбилея Великой Победы вы будете по-прежнему в строю. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, долгих и счастливых лет жизни, а также благополучие вашим родным и близким. Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан. Вот теперь от него поздравления и новогодние подарки вам. Примите, пожалуйста. Вот наши курсанты хотят вас поздравить и вручить. Уважаемый Ахметжан Смагулович, дорогие участники Великой Отечественной войны, сегодня нас собрали в городской акимат, это южная столица нашей республики, по поручению президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. Это является заботой, проявлением заботы и внимания к нам. Поэтому мы должны быть благодарны и говорим спасибо президенту. Наш президент никогда не забывал. Я помню его слова на одном совещании, как-то он говорил. Говорит, дорогие товарищи, говорит, насчет в отношении участников войны надо не просто их проявлять заботу, понимаете, от праздника к празднику. Повседневно надо уделять им внимание. Потому что они отстояли Родину, и мы работаем и живем только благодаря их. Давайте мы поставим перед собой задачу дожить до 70, отметить по всем правилам, и чтобы нам дальше двигаться вперед.
под руководством Нурсултана Абишевича Назарбаева, потому что Казахстан теперь самая передовая республика. Весь мир сейчас восхищается республикой. Столицу, какую построил Нурсултан Абишев, за какое-то короткое время такую столицу построил, весь народ восхищается, кто бы ни приехал из других стран. Поэтому заслуга Нурсултана Абишевича – это исключительная. Я горжусь им, потому что я его знаю, вместе работали. Просто это деятель такого не было и не будет. Поэтому он должен до конца руководить страной нашей. Ой, рахмет, рахмет. Дорогие участники Великой Отечественной войны, глубоко уважаемый Ахметжан Смагулович, сегодня наша встреча связана с тем, что глава нашего государства Эльбаса специально для 5115 участников Великой Отечественной войны оказывает, я бы сказал бы, за эти 70 лет такого внимания не было. Большое спасибо Эльбаса, большое спасибо всем его соратникам, что мы очень хорошо встречаем новый 2015 год и особенно в преддверии 70-летия, чтобы у людей старшего поколения было хорошее настроение. Жаңа жыл құтты болсын, давайте будем готовиться к 70-летию Великой Победы. Рахмет.